До зимы еще месяц, а запорожские трамваи уже готовы к холодам. В этом сотрудники КП «Запорожэлектротранс» заверили заместителя мэра Сергея Гладченко. Вместе с работниками предприятия он осмотрел оборудование для ремонта путей, увидел, как будут отапливаться трамваи и как работает снегоуборочная техника. Показали гостю из мэрии и обновленный медпункт предприятия. Ежедневно на маршруты Запорожья выходят 115 трамваев. На ночь все они возвращаются в одно и то же место – трамвайное депо. Именно там и прошла проверка всего подвижного состава. Работники трампарка уверяют, хоть транспорт и старый, но отремонтированный и надежный. Заместитель мэра Сергей Гладченко, проверивший технику, констатировал – подготовкой предприятия к зиме доволен. Вся она на ходу, вся она отремонтирована, вся укомплектована. Поэтому с этой точки зрения мы готовы. Проверяя трамвай, который вы видели, мы заметили, что не все в порядке. То есть не все двери плотно закрываются, а они должны плотно закрываться для того, чтобы было тепло в последующем в трамваях. Директор «Запорожэлектротранса» о существующих проблемах знает и в скором времени обещает их исправить. Двери отремонтируют, тепло выходить не будет и в холода пассажирам будет комфортно. Также сотрудники трампарка отремонтировали самую востребованную технику – машины для уборки снега и льда. Несмотря на то, что им уже более 30 лет, они все еще успешно справляются со своей функцией. Он проходит чистит рельсы, после него потом выходят трамваи на линию для того, чтобы идти по рельсовому полотну, чтобы не было никаких преград. Поэтому это трамваи, как вы видите, 75-го года. Мы их просто поддерживаем в ремонте, и они выполняют свою функцию. Без него просто невозможно, да. Помимо этого мы имеем еще ряд техники, которая была представлена. Это вспомогательная техника, которой мы убираем предрельсовое полотно, межрельсовое полотно, ну и чистим контактную сеть. Директор трампарка также показал заместителю мэра обновленный медпункт. Теперь это уютный домик, где дважды в день проверяют здоровье каждого водителя. Тем временем сотрудники предприятия рассказали, в планах порадовать жителей Запорожья еще одним обновленным трамваем. Хотят приурочить это к одному из христианских праздников.